Всем привет, меня зовут Рос, вы на канале Midcore Show. Сегодня мы продолжим шелестеть бумажками, порежем мы это делаем теперь, но все равно мы продолжаем. 23-й день, новая вспышка полиомиелита в Объединенной Федерации. Отдельный случай или все серьезнее? Видимо, у нас будут проблемы с этими, с мигрантами из Объединенной Федерации. Политика, погода, так, пора на работу. 23-й день у нас. Так, тихо. Никто вроде не приехал, вот. Вот ты кто стоишь, красный там, тварь, а? Вот кто это красненький тут? Ой-ой-ой, подожди. Какой следующий-то? Вы занимаете важный пост и наделены широким полномочиями. Безукоризненно соблюдайте все правила. Так, мне дали здесь работу. Так, бла-бла-бла, слава Ростовски. Безукоризненно соблюдайте все правила. Хорошо, я буду соблюдать все правила. А это, да, часики у нас тут. Так, ключик здесь. Так, все хорошо, давай. Сейчас быстренько мы тебя проверим. Да, это же не ты, блин. Стой, это вообще вот этот чувак. Нет связи, да? Это не ты. Что ты мне тут втираешь, дичь какую-то? У вас внешность изменилась. Даже не знаю, что сказать, это я. Блин. Ну, ты хочешь сказать, что, типа, это годится? Я не знаю, сейчас проверим. Данные совпадают, охренеть. Блин, как вы меня достали своими, блин, поддельными фотографиями там какие-то. Так, что он там сказал? Короткие кудри. Ростовска, разрешение на въезд. Работа на один месяц, да? На один месяц. Мне дали работу. Хорошо. Это совпадает. Показания. МБ кругленькая. Сандер Брочкен. Сандер Брочкен. М4-3ЕФ. FV69C. Так, работа один месяц. Это у тебя действительно. Так, с этим все нормально. К этому претензий нет. Разрешение на работу. Сандер Брочкен. Специальность геодезия. До 83 года. Все хорошо. МТ. МТ. Так. Документы, разрешение на работу. Такая есть, да. Такая у нас есть. Да подожди, да стой, да куда ты? И куда ты? Уберись. Куда ты ставишь? Ты отказ-то, блин, на свою эту бумажку. Так, и с тобой еще надо сравнить. У нас вот это вот короткие кудри, да? Короткие кудри у тебя. Так, данные спадают 82 килограмма, 170 сантиметров. Ну, в принципе, когда он приподнимается, вроде бы нормально. Так, 22-12, тут у тебя тоже все хорошо, поэтому мы тебя... Подожди. Так, М, ведор калечия. Ведро в калечии есть? Вроде бы есть. Ведро в калечии. Ведор, так. 15-03-84 год. Да, у тебя все нормально, ты можешь проезжать. Это было просто. Это было просто, конечно. Нет связи с фотографией. Ну, не будет штраф. О, здорово, ежик. Ежик, ваши документы. Здорово, что ты мне хочешь рассказать? Так, Кхалет возвращается. На этот раз у него есть список всех агентов ежик. Рисковать нельзя. Сегодня вы должны его убить. Он в красном. Мы все организуем. Если все получится, то но вас поймают. Вам придется пожертвовать собой ради Арстоцки. С семьей все будет в порядке. Ё-моё. В красном. Как? Кхалет. Я тебя понял. Стреляйте на поражение. А это что? А, это от второй пушки, короче. Видимо, одна с транквилизатором, а другая, типа, со смертельной этой. Ваши документы. Блин, что-то мне слёмно на самом деле. Так, я здесь транзитом. Транзит на пару недель не больше. Все нормально, молодец. Так, ни на кого не похоже. Нет связи, все нормально. Так, блин, я что-то распереживался прямо. Бельтранова Иосифа. Хорошо, M9QEC4NNDL, все нормально, импор. Так, это у тебя действительно, да, действительно. Кругленькая МБ, по-моему, нет. Кругленькая МБ, да, все нормально. Так, карта регионов. Хайхан в импоре, да, должен быть. Хайхан. Так, мы тебя пропускаем, у тебя все на нормальное разрешение на въезд. А, подожди. Общие правила. Так, все документы должны быть укреплены, должно быть разрешение на въезд для иностранцев. Для работы нужно разрешение. Так, проверка депутата, внешние данные для иностранцев. Вот. У тебя нет внешних данных. Так, ну-ка. Вы должны иметь при себе описание внешности. Вот, пожалуйста. Ух ты, козя какая, а? Так, зрение идеальное. Ну, а ты в очках. Ну-ка, это что за херня? Блин, с тобой сейчас провожу здесь. На вас не... У меня внешность изменилась. В смысле изменилась внешность? У тебя, блин, глаза изменились. Тварь такая, а? Так, 79. Это все совпадает, хорошо. Ну вот, теперь я по уши в член. Иди в жопу, ты мне сейчас по уши в дерьме будешь. Все нормально, блин, устранено.
Хорошо. Палец так... Кстати говоря, ну-ка. Твои? Да, все нормально. Так, 23-12. Все хорошо. Все нормально. Все. Забирай, забирай, забирай. Это было просто... Давай, следующий. Быстро, быстро, быстро работаем. Так, чувак в красном там. Что он будет, интересно, делать? Под конец рабочего дня что-то будет. Какова цель вашей поездки в гости? Это все. Продолжительность визита в гости. Я думаю, 30 дней, 1 месяц, все хорошо. Так, Елейна, Ибрагим. Ибрагим, Елейна, женский. Женский, да, вроде похоже. На преступников не похоже. Так, 7УБ9Х, 0КХФБ. В гости 1 месяц, 26-е, все нормально, квадратное, без подписи. Так, голова маленькая. Ну, вроде бы, да, голова маленькая, да, словно совпадают. Так, 17-12 у тебя это действительно 46 килограмм, 160 сантиметров. Это все хорошо. Блин, у нас какие хорошие идут, да? Женский пол Мергерус. Мергерус в Арбистане. Вот это я не знаю. Мергерус. Мергерус. Все правильно. Так, паспорт я тоже действительно. Ну, давайте, проходите тогда, пожалуйста. Всего вам доброго. Это было просто. Давай, следующий. Следующий, быстрее, 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 заходите. Так, ты кто? Ваши документы. Блин, он там в очереди, далеко. Какова цель вашей поездки в гости? Продолжительность визита. Я тут останусь на пару недель, все правильно. Да, про часы. Ну-ка, чё? Мужик в очереди за мной только о них говорил. Сколько они значат для его семьи и все такое. Слушай, это хорошие часы, я вижу. Я дам тебе за них 20 кредитов прямо сейчас. Он сказал, что заплатил тебе всего 10. Я тебе хорошую цену предлагаю. Не-не-не-не, иди ты нахрен. Иди ты нахрен. Ты вообще похож на себя? Похож на себя. Да ты, блин, выглядишь как урод какой-то, блин. Услышал, что чуваку они очень дорогие, короче, такой начал. Я хочу их купить. Доброди, доброди. Да какая там доброда, блин? Альфред, Альфред. Так, LWUD4UCWXD в гости. Так, ну с этим тоже не должно быть проблем, потому что он такой наглый у нас тут, типа, это волосы темные, у тебя волосы темные, ну темные у него, конечно, волосы, 72 килограмма, 161 сантиметр, да. У тебя 161 сантиметр всего, чувак, что ты хочешь? Ты низенький, это карлик вообще. Я не буду с тобой разговаривать, давай. Карта регионов, Калечия. Калечия, Юрко. Юрко, все нормально. Так, виза на въезд. Забирай свои документы и катись отсюда. Давай, давай, давай. Это было просто. Часы я тебе не дам. Следующий. Так, ну что, мужик, про часы что расскажешь? Здравствуйте. Да-да-да, я тебя помню. Я тебя помню, Лорен. Так, а я снова пришел, как обещал. Теперь у меня все в порядке. Мои часы у вас? Да, у меня. Держи. Ох, какие же они классные. Вот. Ну-ка. Теперь только батарейку найти. Эй, тут царапина. Верни деньги. Какие царапины? Как... Какой ворюга, слышь? Я не портил твои часы, блин. Да ты уже ушел, что ты там говоришь? Мудила, блин, какой. А, надо было этому за 20 баксов продавать. А, охренеть. Так, какова цель вашей поездки? Я буду здесь работать. Так, работать на 6 месяцев. 6 месяцев работа. Майкл Фаррис. Фаррис Михаэль. Михаэль. Да, пускай будет Михаил. МБ HGE 0E2G1. Работа 6 месяцев. Так, это действительно все. Это у тебя все хорошо, кругленькое, с подписью. Так, ну-ка, денежки мои не трогай. Так, лысый. Ну, типа лысый, да. Да. Так, это действительно 76 килограмм, 177 рост. Это тоже все нормально. Так, Майкл Феррис. Так, погоди. Я сравнил номер паспорта-то? МБХГЕ 0Е2G1, да, сравнивал точно. Так, до действительно наука Майкл, так, Майкл Фаррис, у тебя все нормально. Так, ты у нас не похож на преступников. Хайхан из Эмпора. Ну, в Эмпоре, да, есть Хайхан, я даже проверять не буду. У тебя все нормально, давай. Всего доброго, вали. Так, следующий, ну что у нас, сейчас что-то произойдет, на самом деле. Так, ты сейчас придешь, и прямо сейчас должно это произойти, ваши документы, давай. Какова цель вашей поездки? Я собираюсь здесь работать. Ну, давай, начинай уже. Продолжительность визита. Я тут останусь на 30 дней. Так, ну преступников никого не... Ёпте. Тихо. Стрелять на поражение. Стрелять, мать его, на поражение. На, нахрен. Так, на все у нас хватает, отлично. Отлично, премия за попадание 20-ка, нас не штрафанули, но сейчас нам могут что-нибудь сказать плохое.
все хорошо, так, все, лекарства, продукты, все мы купили, у нас даже еще двадцаточка остается в запасе. Вот это хорошо, улучшения мы брать не будем. Ну его нахрен. Так, выдержит ли стена? Безопасность границы под вопросом. Развлечение политика. А как они так сделали, чтобы он побежал? Какого хрена? Так, никто там не приезжает. Все, никто к нам не приезжает, никто нас ругать сейчас не будет. Все нормально. Так, Министерство съезда, официальный бюллетень инспектора. Недавние события заставляют подозревать, что граждане Ростовские, проживающие в районе Алтан, вовлечены в незаконную деятельность. Министерство информации просит нас о сотрудничестве. На вашем рабочем месте был установлен специальный ящик для изъятых документов. В инструкцию была внесена информация, касающая изъятия документов. Конфискуйте паспорта всех граждан Ростовские, проживающих в районе Алтан. Да ну вы ладно, ну, если паспорт изъят, но никакие правила не нарушены, въезд может быть разрешен. Будут выпущены справки об изъятии паспорта, на которые будет ставиться печать об отказе или... Блин, да вы издеваетесь. Так, Алтан. Проверить прописку в районе Алтан по личной карте. Бросить паспорт в ящик для изъятых документов. Я что-то... Блин! Она ж другая-то в розыске, ни хрена себе! Слышь, блин! Ты чё? Блин, и ты из Алтана, да, будешь? Ну-ка. Ну, конечно, Алтан. Тварь какая, а. Ну, какого хрена ты сюда приперся? У тебя все нормально. Там вот эти вот... Гручо Майкл, Майкл Гручо. Так, район Алтан. Ну, давай. Подожди. А мне... Общие правила. Ай... Так. Нет. Ну, типа, это не надо проверять, да, я так понимаю? Это просто делается вот так. Виза на въезд. Так. 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 И вот так. Спасибо, так хочется домой. Я скоро уезжаю в командировку, так что верните мне паспорт. Он конфискован. Что вы хотите сказать? Если хотите, чтобы его вернули, позвоните по номеру на справке. А почему вам просто мне его не отдать? Он уже в списках, я не могу его вернуть. Я без паспорта не уйду. Слушай, чувак, лучше бы ты уходил. Давай. Одну минуту, пожалуйста. Что вы делаете? Спокойно. Вы не можете так со мной поступить. У меня гражданство Ростовский. Я имею право на свободу передвижения. Давай, быстрее забирайте его. Ну, достали там. Короче, ему сейчас по щам пропишут. Бац. Добро пожаловать в Ростовску. Давайте вытаскивайте его, блин. А, ты идиот. Мог бы просто уйти. Так, ваши документы. Бородач, здорово, бородач. Так, спокойно. Тут у нас должны быть преступники висеть. Это дипломатический хрен там, что-то там. Так, проверка дипстатуса обязательно. Так, ну тебе типа не надо. Тебе это не надо тоже, окей. Дипломатический статус, окей, документы мы сейчас проверим. Документы, дипстатус. Документ должен давать право въезда в Ростовску. Необходима печать. Так, Ростовска есть. Ростовска, все правильно. Так, Гаррет Люзадер. Люзадер, хорошо. Тут все верно. Короче, Цункейда, мужской... Цункейда из Импора. Ну, это да, это есть там такое. Цункейдо. Так, Ну, ты зараза какая, а? Стой. Называешь себя дипломатом. Тут два разных номера. Пожалуйста, пропустите меня. Иди нахрен, ждите. У вас нет на это никакого... Смысла нет никакого права. Иди в жопу, у тебя поддельные документы. Ты еще дипломатом себя называешь? Иди в жопу отсюда, с моей территории, с моего, блин, этого... С моей границы, короче, идти в жопу. Ваши документы. Так, какова цель поездки? Просто в гости. Продолжительность визита в гости. Так, на 12 недель, это у нас 3 месяца. Хорошо, все правильно. Округленькая МБ Андреа Санке. Андреа Санке, хорошо. Ты у нас заядлая преступница. Данные не совпадают. Так, пожалуй, вам не стоило сюда приезжать. Мне сказать нечего. До свидания, ждите. Что вы делаете? Я арестовываю преступника, я выполняю свой гражданский долг, между прочим. Блин, вот
придет к нам наш дружище, да, как его там, Ой, а вот и ежик пришел, блин, призвал. Ваши документы, ну-ка, что там тебе надо? А, мы пусти. В смысле, я же его пристрелил? Вы охренели, я его пристрелил, блин, патроном, это нормально. Чё за дела? Они чё, они тупые, что ли, или они прикалываются? Я, блин, рисковал. Какова цель вашей поездки? Я буду жить здесь со своим мужем. ПМЖ постоянно, хорошо. Действительно, действительно. ТД6W8, круглая МБ, печать есть. 6Н8J4, это все правильно. Так, ты не похожа ни на одну из них. Ж. Майсие Янг. Все, с этим у тебя нормально документом? Так, волосы темные. Это у тебя действительно еще 2 дня. Посоветую вам продлить свою карточку, если вам понадобится. Вот, если вам рост не совпадает. Совпадает. Волосы слишком большие, шевелюра, короче. Користа в Объединенной Федерации. Так, ну-ка. Користа. Все хорошо, паспорт тоже действителен. Давайте, проезжайте. Это было просто, конечно. Если все нормально, то у нас все просто. У нас все быстро, у нас все просто. Никаких проблем. Здравствуй, пышечка. Так, что ты? Ты, короче, у нас из Алтана, да. Район Алтан. Фридовска Ола. Так, тут у тебя все похоже, 73 килограмма, 168 сантиметров, бла-бла-бла, ДР у тебя совпадает, но, к сожалению, ваш паспорт я изымаю. Вот так вот. Хорошо. Виз на въезд, я тебе разрешаю въезд, красотка, но паспорт мы изымаем. Паспорт? Он изымается. Вы с ума сошли? Позвоните по телефону на справке. Вот ты правильно поступила. Ты просто взяла и свалила к херам отсюда. Правильно, так и надо делать. Потому что я с тобой разговаривать бы не стал, я тебя сразу арестовал, дура тупая. Какова цель вашей поездки? Просто в гости. В гости продолжительность визита, давай. Я тут останусь на пару недель, не больше, пару недель. Все хорошо, меня это устраивает. Меня уже научили, что меня такие ответы устраивают неточные. И меня даже устраивает, когда говорят одно, потом типа меняют свое мнение, решение, куда они приехали и зачем. MJRV3. Так, ты похоже, хорошо. Импор, НКО. НКО в импоре есть, это все, даже не проверяем. Так, гости, это у тебя действительно. Вот, и с тобой все очень быстро, да? Паспорт у тебя тоже действительно. Подожди. Прическа афро. У тебя ни хрена не афро прическа. Ну-ка, давай, скажи мне, что не так? Так, у меня внешность изменилась. Блин, я думал, с тобой все хорошо будет, а ты тварь такая. Давай. Быстрее, так, сравниваем отпечатки пальцев. Это годится? Да, это годится. Все нормально, так, я здесь отпечатки еще сравниваем. Все хорошо. Прическа афро, так, 179, это совпадает. Прическа афро, 29-12, давай. Подожди. Стой, так, все. Мы тебе разрешаем въезд, давай. Уходи, не задерживайся. Я это не возьму, твой телефончик там, я не буду с тобой разговаривать. Просто проходи мимо. Ой, здорово. Блин, чувак, я так рад тебя видеть. Я сегодня надолго. У меня все точно в порядке. Я точно не в списке преступников, все такое. Я его не буду арестовывать, Джорджи. Джорджика-то, а? У нас еще штрафов не было, все хорошо идет. Джорджик у нас друг. Слушай, ты мне нравишься. Я знаю, тебе вот так мне помочь, это опасно. Я тебе оплачу, постараюсь. О, вот это другое дело. Вот это другой разговор. Да, замечание, нарушение правил преступления находится в розыске без штрафа. Хорошо. Так, ваши документы. Так, у нас сегодня, надеюсь, никаких не будет. Так, навестить друзей. Про подрывов деятельности. Продолжительность визита на пару месяцев. Навестить друзей в гости на пару месяцев. 2 месяца. Все нормально. Так, кругленькая МБ Джунайто. Где твое имя? Джунайто. Тропиков. Так, QSL8D, QEQ9D. И ты у нас на преступников, по-моему, не похож, но сейчас сравним. Ага, не совпадает. Так. 26-12, блин, все расходятся. Давай, быстрее. Так, у тебя, ну, тут все нормально. Короче, усы у тебя есть, 75 килограмм, 176 сантиметров, да, твой ракизик, похож на мой, кстати, недавно такое делал себе, да, 22-е, все нормально, так, усы, внешность похожа, мужской Outer Graus в Антегрии, ну да, вроде бы такой был там, так, карта регионов, Антегрия, Аутер,
аутер, грауз, грауз. Так, мужской. Ну, прическу изменилось-то, понятное дело, тропиков юната. Хорошо, 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 хорошо. Паспорт я тоже действительно. Давай, проходи. Проходи, а мне пора заканчивать свой рабочий день. Хо! Так, ну что, еще денек. Да, как обычно, еще денек. По три денька у нас на день. На одно видео, точнее, на день. Так, у продукты 20 баксов. Так, сбережения поменьше, но со всеми все хорошо. Смотрите, у нас все хорошо. У нас есть сбережения, немножечко сбережений. На продукты хватает, на отопление хватает. Давайте хотя на отопление, наверное, сэкономим. На отопление сейчас сэкономим. Продукты все окей, пускай продукты будут, но на отопление мы поэкономим на этот раз, пускай они померзнут. Объединенной Федерации грозит полномасштабная эпидемия. Полиомиелит возвращается и готов мстить. Ни хрена себе, у них заголовки там такие жутые, жесткие. Так, сейчас будем разговаривать с нашим пацанчиком, с нашим охранником. Он что-нибудь нам расскажет. Кстати, ну мы не стреляли же в прошлый раз, что он сейчас может сказать? Граждане являются распространителями инфекционных заболеваний. Да-да. Здорово. Друг, как дела? Не друг я тебе, не хочу с тобой разговаривать, я читаю, хочу тебя просить, вот, я на войне встретил чудесную девушку, я про нее каждую минуту думаю, ты, блин, вчера мне дали знать, что она все-таки едет сюда, пожалуйста, пропусти ее, я в долгу не останусь, ее зовут Элиза. Твою мать, а, ну твою маковку, а, вот как так? Подожди, время еще не началось, да не прочитать. Граждане Объединенной Федерации могут являться распространителями инфекционных заболеваний. Оказывайте всем прибывающим из Объединенных... Отказывайте всем прибывающим из Объединенной Федерации. Продолжайте изымать паспорта граждан Арстоцки, проживающих в Алтане. Я понял. Я понял. Бля, меня тут просто накручивают, задач мне просто накидывают, а зарплату не поднимают. Я, то есть, так и впахиваю. Я впахиваю все больше и больше, а деньги все те же, вы понимаете? У меня, блин, там еле вырвались из жопы. Так, какова цель вашей поездки? В гости это все. Так, ты из Объединенных Федераций, да? Это останутся на 60 дней. Ну, как бы у нас есть это в общих правилах? Въезд из ОФ запрещен. Въезд из Объединенных Федераций запрещен. Ты ничего даже не будешь на это говорить? Ну ладно. Нам нужно ставить отказ. Нам нужно ставить причину. И отдаем ей документы. Ой, подожди, а это не Элиза была? Только документы зря собирала. Собирали. Это не Элиза была? Элиза, как она там? Блин, может быть так сразу. Ну ладно, сорян, чувак, если что. Так, я хочу навестить друзей из Арбистана, все нормально. В гости месяц-другой. Это что за картинка на стене? У меня собака лучше нарисует. Это мне сын подарил. Может ему лучше спортом заняться? Слышь! Ты, блин! Жирная ублюдина. Миша. Миша Петровска. Петровска. Женский пол. Да ты, блин, хмырь, блин, поганый. Трансвестит ссаный. Ну-ка, давай-ка, повернитесь к сканеру. А чё, баба, что ли, реально? Давай. Реально, баба. Ёперный театр, а. Так, стой, у тебя контрабанды нет? Контрабанда нет. Собака, а? Собака у нее лучше нарисует. У БНКУ Миша, блин. Баба по имени Миша, ну что это за хрень? Такая, она мне еще надерзила, блин, мне надо ее не пустить. Прическа каре 70. Блин, вот зараза, и у нее все будет идеально. У нее все будет идеально. Нахренеть. Я еще пропускаю. Арбистан. Да, блин. Карта регионов. Арбистан. Я с тобой, блин, все перепутал. Тут Мергерус. 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 Все, вали отсюда. Если еще что-нибудь ляпнешь, пристрелю нахер. Спасибо. Картинка на самом деле ничего. У меня просто настроение дурацкое, извините. Ну, хоть так. Хоть так, в принципе. Я все равно недоволен, но, блин, хотя бы извинилась. Какова цель вашей поездки? Я просто здесь транзитом. Продолжительность визита. Нет, останусь на пару недель. Хорошо. Арбистан, так, нам Объединенную Федерацию нельзя пускать. Дункан, Хайг. Хайг Дункан. Так, транзит, это все правильно. У тебя номера паспортов вообще абсолютно разные. Ты не преступник? Нет, ты не преступник, у нас там две тетки. Здесь, это какая-то ошибка, документ нормальный. А то есть, типа...
Не, ну мы всех этих уродов арестовываем, как бы. Чё они с поддельными документами? Чё случилось? Давай, давай, выходи, 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 выходи. Следующий. Давайте. Блин, вот я не понимаю, какого хрена? Вот куда они лезут? Они что, не видят, что у них разные документы? И чё? Я это здесь оставлю. Ну-ка. Короче, ты жжешь сильнее огня. Весь мир для меня. Сердце терзаешь пленя. Дай мне визу. Ай, ни хрена себе, ты дерзкий. Да ты чё, слышь, парень? Ну, у нас есть общие правила. У граждан так. Ты откуда у нас? Ты из республики вообще. Из республики у нас все нормально, но нам для иностранцев нужен въезд, так что сорян, твои вот эти вот карточки не работают. Я все-таки не этот, не из этих, потерялась. Ну, все понятно. Я тебе, сорян, чувак, отказываю. Сейчас он устроит истерику. Давай, давай, давай. Но я вам дал такую милую записку. Да, записка реально угарная. Она не милая, она угарная, блин. Милую я ее не назову, потому что, блин, что ты тут устроил, блин, какие-то свои темы эти сидорские. Так, какова цель вашей поездки? Мне надо проехать через вашу страну транзитом. Продолжительность визита. Я тут останусь на пару недель. Транзит, пара недель, все хорошо. Кейси Томпсон. Томпсон Кейси. Ты зараза какая, а? Ты похожа на эту дуру? Нет, не похоже. Кейси Томпс, так. GHCCF. Три КАСАС. САС. Угу. Транзит. Третья, так. А у тебя здесь нету печати. Я уже, видите, какой прошаренный. Вообще четко. Документы, разрешение на въезд. Печать. Оп. Обнаружу несовпадение. Ну-ка, телефон. Я об этом ничего не знаю. До свидания. Не знаешь. С поддельными документами ко мне здесь приперлась. Ну-ка иди ты нахрен. Давай, 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 арестовываю быстрее. Мужики, у меня рабочий день, блин, там давайте. Как-то пошустрее работайте. Мне, кстати, за этих, за арестованных должны нормально. О, сорян. Ваши документы, какова цель вашей поездки? Я здесь просто транзитом. Так, продолжительность визита, транзит. Два дня. Вот хорошо. Так, печать кругленькая, МБ. Так, жизнь дерьмо, меня никто не любит. Ну, сорян, чувак, слушай, что, я тебя что ли полюблю? Иди ты в жопу, ты мне вообще не интересен. Так, Бобстон Талман. Ну, блин, Бобстон. Если бы меня тоже звали Бобстоном, я думаю, меня бы тоже никто не любил. 9SGNM FX FLA. Транзит 2 дня, так, 01.01.83. Ну, у тебя с документами, если все окей, то, в принципе, ты как бы нормальный человек, нормальный. Очки, так, 18-12. Один день у тебя остался на твою карточку, так что не забудь ее продлить. Так, внешние данные тоже совпадают. Калечия. Карта регионов Калечия. Западный Грештин. Грештин. Все нормально. Паспорт у тебя тоже действителен. Все хорошо. Все хорошо. Если не ошибаюсь, Калечию мы никак не трогаем. В общем, спасибо. А что ты ой-ой-ой! Ему надо было записку отдать. А, да ну идите в жопу, я не буду ни хрена отдавать-то. Так, блин, ты что? Ага. Алтан, я тебя понял. Алтан, сейчас проверим. Стокхина. Стокхина Александра. Александра. Так, 16-12, 57 год. 171 сантиметр. 56 килограмм. Тут у тебя все нормально. Ты не преступница, ты не преступница. Так, по карточке у тебя все нормально. Карточку я тебе отдам. Но Орвич Вонор. Орвич Вонор. Карта регионов. Арцдотска. Орвич Вонор. Нету такого. А, города выдачи. Данные совпадают. Все нормально. А, район проживания Алтан. Да, все, что это я затупил. Так, а, стой. Вот так вот. Но тебе можно въехать. Давай. Ага. А мой паспорт, он изымается. Почему? Позвоните по телефону на справке. Вот молодец. Вот молодец, хороший. Преступницу пустил, да? Это она ведь? Не, все нормально. Все хорошо. Ваши документы. Дипломат, да? Пригласили меня на международные переговоры. Как там Дмитрий? Говорят, теперь он главный на этом пункте. Да, это местечко для него. Готово паспорт. Ах. Нет, погоди. Персовска Шае. Шае, это не она, да? Вроде не она. Она должна в конце к нам подойти. Так, ты у нас на преступницу не похожа. У тебя нет разрешения на въезд к нам. Общие правила. Так, проверка иди в статус обязательно.
Дмитрий не из тех, кто легко прощает. Чё, иди в жопу, блин, я вас, дипломатов, вообще терпеть не могу. Я не дура! Это не принято! Но я не за себя волнуюсь, передайте Дмитрию привет. Я вообще не понял, что произошло. А я Лизу-то отпустил или нет? Ну вот, они мерзнут, нормально. Хорошо, зарплата на 45, вообще хорошо. На все хватает, у нас запасы 15. А на продуктах можем сэкономить. Не, лучше не надо. Лучше не надо. А, короче говоря, на этом все. Надо будет пересмотреть, блин, Лизу с Лизой. Я что там сделал? Я Лизу отправил, наверное, во своясь или вообще арестовал вот это вот. Блин, вот это жесть. Это реальная жесть. С этими, блин, накидываниями задач всяких. Это просто... Это реально ад. Это реально ад. Это все просто удерживать в голове. А еще, как бы, когда это снимаешь дело, да, это вообще... Фух, блин, не сосредоточиться никак. Вот, но мы стараемся, мы идем. В принципе, у нас сейчас хорошо все по деньгам. Мы ровненько так довольно идем. Ничего плохого не происходит, но я думаю, нам все это аукнется позже. Вот, поэтому на данный момент с вами был Рос на канале Midcore Show. Игрушечка Papers, Please, бумажечки мы шелестим. Иногда продолжаем проходить, день 25 окончен. Вот, пойдем сейчас мы спать, да. Обязательно ставьте лайки, комментируйте, вступайте в сообщество ВКонтакте, ссылочка в описании под этим видео. Подписывайтесь на мой канал и всем пока!